OMTV.ua про головне. И все вроде прилета, понял. Как где-то упало? Вон там. Взрываются. Это школа, да. Да, это школа. Нет, это не школа. Это школа, детский сад. Это он ниже, да. Разбитые дома, горящие автомобили и разрушенный детский сад. Так для белгородцев начался День знаний. Это возмездие за обстрелы Украины. Сегодня по приказу пересидента так называемой России граждане этой страны, считающие себя военнослужащими, выпустили по мирно спящим украинцам десятки крылатых, баллистических и других типов ракет и иранских шахедов. Что случилось? Почему все это происходит? Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе можно с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можно принять. Совершенно верно. Пусть сносят свою нацистскую власть. На самом деле вообще нужно понимать и простым языком людям объяснять, что проект «Украина» задумывался как антироссия, то есть против всего русского, против России. И самое главное для его реализации, самое главное, это уничтожение православия. Вы что, не знаете об этом, что ли? Мы не хотим, чтобы у нас повторилось то, что было на Украине. Мы не хотим, чтобы у нас был Майдан. У нас может быть черный Майдан. У нас может быть черный Майдан. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Что буквально пару дней назад произошло. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. Те ужасы во Львове, которые происходят до сих пор, они вдохновлены тоже униатами. Мы же знаем, Виктор Петрович, ведь именно там поставили на колени беркутовцев. А что произошло с теми, кто не встал? Ну, известная информация, она подтверждена на 100% о том, что те беркутовцы, которые отказались присягнуть хунте, которая пришла к власти сейчас нынче в Украине, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Но этим не закончилось. Далее. Виктор Николаевич, этим не закончилось. Да. Этим не закончилось, потому что я хочу сказать следующую вещь, что так называемый валообразный процесс формирование из Украины врага России, так, он продолжается с 17 года. Ну чушь какая-то. Сначала это был национал-коммунистический критерий, обратите внимание, интернационализм для всех и национальные кадры. Теперь с помощью нанятых ахверистов и проходимцев решили повторить свой людоедский эксперимент над нашей страной, затягивая нас в Евросоюз. Вы что, не знаете об этом, что ли? Обычная запорожская школа, номер 106. Детям, маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь вот – это птица, символизирующая клятую Россию. Понимаете? Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Вы знаете, я нашел ответ, кто вчера разрушал памятник Ленина. Я нашел его у Киплинга, и если позволите, я процитирую. Послушай, человеческий детеныш, я учил тебя закону джунглей, но у бандерлогов нет закона. Бандерлогов много, они не имеют стыда. Если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Больше того, я сейчас вам расскажу очень интересную историю, отвлекусь. Можно, знаете, что сказать? Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги. С детства люблю Киплинга.
А вы знаете, кто в Донецком аэропорту воюет на стороне Украины? Кто? Поляки и, не, и поляки немцы. Я спрашиваю, кто эти фильмы? Это натовцы. Там чистые натовцы воюют. Об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Донбасс и, ну, как таковой, и Луганская, и Донецкая Народная Республика, мы, я не хочу сказать из другого теста, но мы думаем по-другому, мыслим по-другому, говорим на другом языке. Евросоюз век! Ной! Евросоюз нет! Никогда туда мы не пойдем, в эту Испанию. Поэтому, раз мы так отличаемся, нас надо уничтожить. Разговаривать, ну, с мамой, недолюди, как вы сказали, мы недолюди. Это у нас же даже это вот по-другому здесь челюсти. Вот мы, я на украинском даже не смогу. У меня по-другому расположены вот эти вот кости, наверное. Это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Я Дмитрий Сурик, Дмитрий ополченец. Меня тоже, ну, призывали, и так как я еще и снайпер. Был на хорошем счету. Ну, во время ополчения я почти полгода там провел. Сколько на твоем счету солдат украинской армии? Ну, больше, чем в году, дней раз 15. Также был ранен и трижды награжден Георгиевским Христом от Стрелкова. Вот я когда снимал снайперов там где-то, ну, на передовой или в аэропорту, когда была большая атака, также только были только американские снайпера и польские. Вот у кого вот я не снимал, потом, когда мы забирали наша разведка документы, у них, то есть только через одного американец-поляк, то есть ни одного украинского не было, ну, снайпера. Объявлять целый народ врагом и уничтожать, объявлять целый народ своим врагом и уничтожать этот народ – это сумасшествие. Я так думал всегда. Правильно и делают, русских защищают. Каких там русских? Да русских, обыкновенных. Это вы тут али, короче, тут ерундой. А? От кого? Да от Бендера, вот эти, которые... От какого Бендера обыкновенных, обыкновенных, которые не фашисты. Вот это фашисты. Откуда там взялись фашисты? Как откуда знаю? Я знаю, я был там на Украине. Там стояли бойцы батальона Азов, почему-то не разговаривавшие на русском языке. Предположительно, албанцы. Вы что, с ума сошли, что ли? Меня удивил разговор, недавно был очень интересный разговор у меня с одним бывшим полковником СБУ. Человек на пенсии, и он, не буду говорить из какого города, но из глубинки Украины, и он рассказал одну историю. Говорит, представляешь, еду в метро в Киеве, на меня смотрит молодой пацан, там лет 18, и смотрит на меня и говорит, москаляку, и что я говорю? Нагеляку. Говорит, я офицер, который служил в КГБ, потом ушел в СБУ, я должен этому подонку, говорит, нагеляку, потому что если мои глаза сейчас не солгут ему, если мои глаза не скажут это, то эти уроды вычислят, где живет моя семья, и уничтожат. Да. Вот собственно, это просто ужас какой-то. А вот ребята, ложь, а вот ребята в Новороссии сказали, сдохните, нацисты. Вперед, парни! За Родину! Я тихо уплыл. Умеров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень приоритетных целей на территории России, без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Первый бесстрашный европеец при этом уже нашелся. Зовут европейца Боррель. Перед началом встречи глав МИД Евросоюза советник Садовник призвал, разумеется, как он часто говорит, во благо мира, разрешить бить по России натовским оружием и привлечь авиацию НАТО для перехвата российских ракет. В Ленгли заявили, что Украина намерена сохранить контроль над частью Курской области.